Здравствуйте, это новости спорта, в студии Александр Захаров, и я познакомлю вас с главными событиями этого дня. Челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова дала достойный бой двукратной олимпийской чемпионке из Великобритании. А наш хоккеист Евгений Кузнецов снова отличился в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Все подробности в нашем обзоре спортивных событий. Воспитанник челябинского трактора Евгений Кузнецов вновь отличился в финальной серии Кубка Стэнли. Нападающий Вашингтон Кэпиталс сделал 4 голевых передачи в матче с Вегасом. Поединок закончился в пользу столичных хоккеистов со счетом 6-2. Вашингтон ведет в серии 3-1. Следующая игра против Вегас Голден Найтс пройдет 8 июня и в случае успеха гостей может стать заключительной в противостоянии. Добавлю, что Евгений Кузнецов лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф. Он набрал по системе гол плюс пас 31 очко. Напомню, что воспитанники школы трактора уже завоевывали главный трофей Национальной хоккейной лиги. Защитник Сергей Гончар в составе Питтсбург Пингвинс в 2009 году, а игрок обороны Лос-Анджелес Кингс Вячеслав Воинов в 2012 и 2014 годах. А челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова добыла бронзу на мировом этапе мировой серии Гран-при в Риме. Трехкратная чемпионка Европы выступала не в своем весе до 53, а более тяжелой олимпийской категории до 57 килограммов. И встретилась в полуфинале с двукратной олимпийской чемпионкой Джей Джонс из Великобритании. В начале поединка ученица тренеров Александра Энса Янни Салютиной уступала знаменитой сопернице со счетом 0-5, но затем ликвидировала отставание и даже вышла вперед. Но в итоге победа все-таки праздновала Джонс. Золото Гран-при вновь и представительница страны Туманного Альбиона. В финале Джей Джонс одолела соперницу из Испании. Михаил Костюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по джиу-джитсу. Это древнее боевое искусство, которое имеет японские корни и состоит из бросков, захватов, волевых приемов и элементов ударной техники. Челябинский спортсмен одолел в польском городе Гливице конкурентов из Германии и Польши, однако проиграл словенцу. В утешительном турнире за бронзу Костюк одолел француза и немца. В состязаниях приняли участие представители 22 стран. В Челябинске во второй раз состоялся всероссийский турнир «Орленок» по спортивной гимнастике. В состязаниях выступили 150 спортсменов из 15 городов. Взрослые гимнасты проверили свою готовность к Кубку страны, который пройдет в южноуральской столице уже в начале июля. Мощный разбег, толчок и двойное сальто вперед. На гимнастическом помосте Виктор Британ. 22-летний спортсмен сегодня сильнейший в нашем регионе. И главная надежда южноуральцев на домашнем Кубке России, который стартует во Дворце спорта «Юность» в начале июля. Сейчас самое главное, то есть попробовать свои комбинации, почувствовать себя и то есть подвести себя в лучшей форме именно вот к этому старту Кубка России, в самом пике подойти. Всегда есть ошибки, над которыми нужно работать. Для этого мы и тренируемся, и совершенствуемся. Репетиция прошла успешно. Виктор Британ победил в многоборье, а также в состязаниях на отдельных снарядах. В 5 видах программы из 6. Только в упражнении на коне его опередил другой лидер челябинской команды и уже начинающий тренер Сергей Даниленко, на которого уже равняются юные ученики. Стараюсь, чтобы мои воспитанники видели во мне какого-то хорошего гимнаста, который сможет их чему-то научить в будущем. Челябинские гимнасты лидировали практически во всех возрастных группах, а также заняли все призовые места в командных состязаниях. Двое из них на сегодняшний день выполнили на этих соревнованиях норматив мастера спорта. Это очень приятно. Поэтому смена растет, подрастающее поколение уже наступает на пятки нашим ведущим спортсменам. Это радует. А в турнире среди девушек медали в личном и командном первенстве достались гостям из Ульяновска, Стерлитамака и Екатеринбурга. А сборная Челябинской области заняла второе командное место на чемпионате России по самбо среди глухих, добыв в подмосковном Зеленограде 8 наград, в том числе 6 золотых. Чемпионами страны стали Алина Поздеева, Жанна Кузнецова, Юлия Молодцева, Наталья Дроздова, Марс Зияков и Ростислав Берг. Серебро у Василисы Кушко. Бронзу получил Радик Салимьянов. Наставник спортсменов – заслуженный тренер России Рауф Валеев. На сегодня это все. Далее происшествия с Дарьей Шведовой. Не переключайтесь.